такое безобразие творится у нас почти во всем городе. И так скажем, какой это попустительство властей, может быть, что у вокзала, на улице, во всяких переулках. Вот такая вот, вот такое вот дерьмо, вот такое вот дерьмо и свет. Это надо с ума сойти. Больше некуда, слов некуда сказать. Люди отзываются об этих вещах, так скажу, неположительно. И что интересно здесь, почищены только проезды центральных улиц. Но переулки, затвор и всякие другие проходы остаются невыносимо очень в ужасном состоянии. Кому-то нравится, я не знаю, кому это понравится. Должно быть, нравится только нашей администрации. Больше никому. Пожалуйста, люди ходят в этой шняге во всей красе. Обувь портится, это естественно. Да при любом мэре одно и то же. Ничего не меняется. Согласитесь, что это абсолютно правдивая, очень правдивая правда от людей, которые высказываются очень, очень неодобряюще, очень даже вызывающе об этом отношении к городу. И это перед Новым годом. Вот, пожалуйста, вокзал, железнодорожный автовокзал. Одна и та же картина. Все прутся по этой шняге, и все довольны. Всех все устраивает. Всех все абсолютно устраивает. Ну, сейчас спросим вот у них, у этих женщин, устраивает это их дерьмо или нет. Ой, ушел. Как вы считаете, вас устраивает вот такое отношение? Нет, конечно. Нет? Нет. Не устраивает? Нет. Вот это почти везде во всем городе. Во такая всем городе. Вот мы этим тоже ругаемся из-за этого. А вы что, фотографируете? Независимый народный репортаж. А. Нет, нет, не нравится. Не нравится? Вот женщина идет с сумками, тоже, наверное, очень трудно идти. Поэтому всему вот происходящему месту. Пойдем. Девушка, извините, пожалуйста, вопросик вам задам, один небольшой. Вы как оцените чистку дорог, наших дворов? Плохо, конечно. Вот я гляжу, вы с коляской идете, да? Это уже ужасно, и сейчас вы вот потащитесь вот по этой жиже, да? Правильно? Да. Вот. Это почему, девушка, если это все, значит, выйдет в широкий резонанс, власти это, они все равно это все смотрят. Мы потому что это все выставляем в интернет. Вот в чем дело. Вот. Ну ладно, девушка, спасибо за ваш комментарий. А? Вот такая вот бодяга лежит здесь. И все это обливается горькими слезами. Горькими слезами все обливается. Остановись, пожалуйста. Можно вас задать вам небольшой вопрос? Вот по этому поводу, по чистке дорог нашего города. Как вы отзоветесь вот об этом, безобразие, вот об этой, да, чистке? Вроде, а? Чистили, хорошо чистили. Чистили? Да. А сейчас? Не знаю, почему. Недавно. Ну, может, он заболел. Недавно. Вообще-то заболел? Чистили. Нет, ну конкретно, чистит или нет? Недавно чистили. Недавно трактор, чистили. Да. Это недавно было. А вот, например, сегодня взять. Ну, сегодня. Я не видел. Вот. И вот такая вот бодяга во всех дворах. А вы согласны со мной? Вот даже не знаю, что и сказать. Вроде а правда. Вы скажите прямо. Потому что все будет... Зафиксировано где? В интернете. А-а. Да. Ага. Что сказала? Я что сказала? Понимаете? Понимаете, в чем дело?
чем больше отзывов, тем это лучше для города. Понимаете? Потому что если не напрячь вот этим всем, так и будет вот эта вот бесхозяйственность и вот такое безнравственное такое отношение к дорогам, к нашим и дворам. Ага.